Ремонтные работы на спуске Маринеско подходят к концу. Об этом заявил начальник управления дорожного хозяйства Андрей Санду. Но когда именно запустят трамвай, пока неизвестно. По улице спуск Маринеско уже финальный этап. Укладывается финишный слой асфальтобетона. Выполнены все работы по замене перекладки, переоборудованию инженерных сетей. Полностью уложены трамвайные пути, смонтирована контактная сеть, и уже не первый месяц работает наружное освещение данной улицы. Ремонт спуска Маринеско – это часть комплексной реконструкции трамвайных путей и автодороги вдоль будущего маршрута «Север-Юг». И именно трамвай должен стать прорывом в транспортной инфраструктуре Одессы, считают эксперты. Я считаю, что трамвай – это самый перспективный и самый эффективный вид транспорта, может быть, если сделать его быстрым. А его как раз сделать быстрым относительно легко. Ну, то есть выкопать метро, например, это огромные деньги. Выделить полосы общественного транспорта для троллейбусов и маршруток – это почти везде невозможно. А вот трамвай может быть быстрым, и он может почти заменить метро. И поэтому развитие этого маршрута я всячески поддерживаю, это очень классно. По словам Петра Обухова, трамвайные пути должны быть отделены от автомобильного потока. Ведь только тогда скоростной трамвай и вправду станет скоростным. Но для этого нужно учесть и ошибки предыдущих проектов. Например, 162 миллиона гривен на улице Софиевской просто закопали в асфальт. По сути, там ничего не изменилось. Прислушались ли к мнению специалистов, когда проводили работы на спуске Маринеско? Но к советам не прислушались, но ошибок там меньше, потому что изначально там рельсы были выделены, и это еще с советских времен, так и осталось, слава богу, это хорошо. И хорошо, что сделали там ремонт, плохо, что не сделали платформу-остановку трамвайную, и все равно людям придется подниматься по ступеньке в трамвай. По новым ДБНам обязаны были сделать велодорожку, ее там не сделали, ну и там не хватает деревьев, то есть улица будет пропекаться солнцем. Это неправильно. Деревья охлаждают, создают уют, и это не стоило бы дорого. Не понимаю, почему не сделали. Когда на спуске Маринеско снова поедет трамвай с пассажирами, до сих пор не ясно. Одна из причин, почему не могут утвердить маршрут и расписание – ремонт новощипного ряда. Буквально вот в считанные дни автомобильное движение будет открыто, и, собственно, трамвайные пути тоже будут готовы к эксплуатации, и Горэлектротранс будет принимать решение, когда запускать движение трамвайное. Напомню, тендер на ремонтные работы на спуске Маринеско выиграла компания «Росдорстрой», которую связывают с действующим мэром. Фирма получила из бюджета города более 69 миллионов гривен. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».